Здравствуйте. Родина Шефердии, Америка, где эта культура очень популярна, там ее называют бизоновые ягоды и делают из плодов невероятно вкусное желе. В нашу страну ее привез прославленный селекционер Иван Мичурин. Но она до сих пор остается редкостью. И зря. Шефердия очень неприхотлива и невероятно полезна. Из трех видов этой ягоды в наших садах выращивают шефердию серебристую, которая принадлежит к семейству лоховых и является ближайшей родственницей облепихи. Они и внешне похожи. Куст высотой 2-6 метров, такие же серебристые листочки и типичные ягодки. Только у шефердии они круглые и красные. Растение это как и облепиха, двудомное, у него есть мужские и женские экземпляры. Плоды шефердии содержат больше сахара и витамина С, чем облепиха. А значит, это прекрасное средство для повышения иммунитета, профилактики простуды и гриппа. А еще они богаты антоцианами, которые снижают риск заболеваний раком, полезными для зрения каротиноидами и кахетинами, эти вещества повышают прочность и эластичность стенок кровеносных сосудов, понижают их ломкость, снижают риск развития инсультов и инфарктов. Плоды шефердии созревают в августе-сентябре и долго не опадают, можно не беспокоиться об урожае. Но если деревце как следует потрясти, они осыплются, это сильно облегчает уборку. Постелил под куст полиэтилен, да обтряс ягоды. Тем более, что вручную собирать их не очень удобно, растения колючие. Но лучше собирать их после первых заморозков, которые благоприятно сказываются на их вкусовых качествах, они становятся менее терпкими, более нежными и сладкими. Большинство садоводов считают, что они вкуснее, чем облепиха, у них нет лекарственного запаха. Но в свежем виде ягоды употребляют довольно редко из-за терпкого вкуса. Из них готовят вкусные соусы к мясным блюдам, джемы, желе и компоты. Нельзя ягоды употреблять людям с индивидуальной непереносимостью, женщинам в положении и в период грудного вскармливания, а также тем, у кого язва желудка или двенадцатиперстной кишки. На корнях шефердии имеются клубеньки, в которых живут особые бактерии, они улавливают из воздуха азот и отдают его почве. Цветет эта культура довольно рано, в конце апреля, в середине мая. А в это время бывают заморозки. Но у шефердии есть замечательное свойство. Бутоны распускаются не сразу, так что если убила одни цветы, урожай дадут другие, которые раскрылись позже. Этот кустарник настолько эстетично выглядит, что его используют для украшения ландшафта. Эти деревца невероятно красивы. Особенно, когда на них появляются ягодки. Красные бусинки на фоне серебристой листвы – это что невообразимое. Не зря же многие сажают шефердию не в плодовом саду, а в декоративном. Либо в качестве живой изгороди, эти растения легко переносят стрижку и со временем образуют непроходимую стену. Растение легко переносит суровые морозы, выдерживает понижение температуры до минус 45 градусов. Его можно выращивать, в том числе и в регионах с рискованным земледелием, на Урале и в Сибири. Правила посадки шефердии. Единственное требование шефердии – обилие солнца. Поэтому сажать ее надо на открытое место. И желательно избегать участков, где весной и после дождей застаивается вода. Шефердия не требовательна к почвам. Однако она будет благодарна, если ее посадят в плодородную землю с хорошей воздухопроницаемостью. Единственное условие – это залегание грунтовых вод более чем на 1 метр. В саду должно быть минимум два растения. Одно мужское и одно женское. Но вообще одного мальчика хватает на несколько девочек. Расстояние между ними – 1,5 метра. Если места мало, можно посадить только женскую особь, в ее крону привить пару-тройку мужских веточек. Посадочные ямы копают диаметром 60, 70 и глубиной 40-50 сантиметров. Кустики. Лучше двухлетки. Высаживают так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы.
Корни засыпают плодородным грунтом, хорошенько поливают и мульчируют перегноем или торфом слоем 3-5 см. Сажать шеферди лучше весной. Хитрости ухода. Корни у шефердии находятся неглубоко, поэтому в приствольном круге не должно быть сорняков. Они для кустика сильные конкуренты, отбирают у него всю влагу. Выпалывать их лучше вручную, чтобы не повредить корни. А еще лучше, чтобы почва вокруг растения была постоянно замульчирована. Время от времени у шефердии появляется поросль, ее надо удалять. Просто срезать на уровне земли нежелательно, отростков станет еще больше. Лучше всего аккуратно раскопать почву вокруг ненужного побега, вырезают его с горизонтального корня на кольцо. Формируют шефердию в виде деревца с низким штамбом. 30-40 см. Ежегодно в октябре проводят обрезку. Укорачивают все вертикальные побеги, чтобы высота кроны не превышала 2-2,5 метра. Раз в 3-5 лет вырезают все старые ветви, оставляя только одно 2- и 3-летнее. Если этого не делать, урожайность снизится, и ягоды будут мелкими. Как размножить шефердию? Размножить шефердию можно семенами, зелеными черенками, отводками. Но проще всего корневыми отпрысками. Выбирают самые сильные из них. Лучше в 2-летнем возрасте. Осторожно отделяют от материнского растения и высаживают на новое место. Делать это можно как весной, так и осенью. Как отличить мужские растения от женских? Отличить мужские и женские растения шефердии можно только в состоянии покоя, когда хорошо видны почки. У мальчиков они крупные и круглые, а у девочек мелкие и продолговатые. Первый урожай шефердии дают на 3-4 год. С молодого дерева можно собрать 2-5 килограммов ягод, а со взрослого – 10-15 килограммов. Из них делают варенье, желе, кисели, компоты и многое другое. Плодоносят деревца ежегодно в течение 40-50 лет. Друзья, мне очень важно знать ваше мнение о виде. Просьба, пишите хотя бы несколько слов в комментариях о нем. Благодарю за просмотр.